В учреждении «Магадан Теплосеть» новый руководитель. Павел Жоров покинул свой пост. Павел Валерьевич проработал в должности директора муниципального унитарного предприятия более 15 лет. Всегда отстаивал интересы учреждения и своих сотрудников. Теплосеть под руководством Павла Жорова рука об руку работала с муниципалитетом и подведомственными структурами, успешно реализовав немало масштабных инфраструктурных проектов. В знак признания профессиональных заслуг Павла Валерьевича ему была вручена награда за заслуги перед Магаданом. Как отметил прежний руководитель, предприятие всегда должно функционировать. Никто не должен в городе Магадане думать о том, что такое теплоснабжение, как оно осуществляется. Человек должен отработал на своем месте рабочем, пришел домой в семью, расслабился с горячей водой, с отоплением. И при всех тех проблемах, которые существуют, хочу... Ну, вы все знаете, мы прилагаем... Просто мега усилия для того, чтобы улучшить качество, повысить надежность и заложить перспективы развития и роста как предприятия, так и всей инфраструктуры города Магадана. Павел Жоров поблагодарил своих коллег и руководство за совместную продуктивную работу. Проводить начальника собрался весь коллектив. Посетил встречу и заместитель мэра Магадана Александр Малашевский. Он отметил, что даже при авариях Магадан-Теплосеть продолжает свою работу и оперативно устраняет все неполадки. За это хочу поблагодарить всех вас, ну и Павла Валерьевича, который, я повторюсь, только директором работал 15 лет. Правильно я говорю? Да. Поэтому принял Павел Валерьевич решение. Лично мне было с ним довольно комфортно работать. Характер Павла Валерьевича, наверное, всем известен, непростой, но тем не менее. Конструктивная работа всегда у нас была налажена. Новый руководитель «Магадан Теплосеть» Максим Морозов трудится на предприятии с 2011 года. Сначала был инженером, потом в 2018 его перевели на должность начальника производственно-технического отдела. Как отмечают сотрудники, за время работы зарекомендовал себя как квалифицированный специалист. Он успешно выполняет самые сложные задачи, а также отлично справляется с организационной работой. Максим Морозов рассказывает, что у него уже есть планы по развитию предприятия. В данный момент у нас есть некоторые мероприятия, которые мы хотим осуществить уже в недалеком будущем. А пока я об этом рассказывать не буду, потому что, чтобы не афишировать. Но мы планируем продолжать, так сказать, действия, которые выполнял Павел Валерьевич по руководству предприятием, двигаться в том самом направлении, в котором предприятие двигается уже достаточно большое количество времени. О всех наших ситуациях, о развитии и о всех планах узнаете